Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и сегодня мы продолжаем играть в первый Hello Neighbor, обычный. Первая серия вышла почти год назад, 22 декабря прошлого года. Извиняюсь за то, что так сильно затянул, я что-то даже совсем забыл, что я начал ее проходить, и вот выпускаю вторую серию. Следующая серия выйдет, я так больше затягивать не буду, по крайней мере постараюсь. В общем, где мы остановились год назад? Опа. Что мы прошли акт 1 и акт 2 и попали вот в эту квартирку. Квартирка главного героя. Главный герой уже взрослый, лет 15, наверное, прошло. Мы в таком вот кривом городе живем. В бедняцкой квартирке. С хреновым телевизором, который даже ничего не показывает. Ну и, в общем, нам пришло такое вот письмо. Давайте возьмем его. Короче, там написано, что за неуплату за квартиру нас выселяют. Вообще, я сегодня хотел GTA Vice City записать серию, но я там поставил один мод, позволяющий сохраняться где угодно. Сохранился, и игра намертво зависла, и каждый раз теперь, когда нажимаешь загрузить сохранение, игра зависает, и перепроходить, короче, все надо. Но там я не так много прошел, поэтому я надеюсь, это быстро все будет. Постараюсь побыстрее все пройти. Перепройти. Мы возвращаемся в свое село, когда жили в детстве, блин, тут дом соседский, сожженный, видать, разваленный, а наш дом обветшалый, старый, никто не ухаживал за ним все это время, никто там не живет давно. Это тот самый дом, который был в акте 1 и в акте 2. Видит воспоминания о том, какие страхи он тут пережил в детстве. Можно тут полазить, но никаких подвалов, ничего тут нет. Давайте бежим от этого дома подальше. Здесь почему-то ключ лежит, хотя тут чемодан должен лежать. У нас телефон там звенит, а кто платит за него, интересно? Thank you.
телефон, это воображение у него все. Он решает поспать немного. И что же ему приснится, блин? Минуточку. Да? Ну да. Замечательное название корабля. И я дебил, блин. Ну, не до конца там еще рисованное все как-то. Я думал, что там будут эти вставки из игры, конечно. Я думал, что там будут вставки из игры, а там рисунки какие-то. Да. Ну, там сюжет, конечно, такой себе мрачноватый был. Ну, я понял. Да. Немного, да. Короче, обалдеть. Ну и домина вообще. Это просто жесть какая-то. Короче, акт третий. В общем-то говоря, спойлер, это вот главный герой вот сейчас уснул, и вот это все ему снится сейчас. Этот здоровенный дом с 8 этажами, ненормальный дом. Дом-то наш, кстати, нормально выглядит, так как раньше, в первом акте также. Однако телевизор не показывает ничего, и телефон не работает. Посмотрим, что хоть что-нибудь изменилось. Вот что-нибудь, ну вот то, что изменилось, это вот эта вот картина. Там был рисунок, где была семья, а посередине Куплинов. Но так ничего больше не изменилось. Вот акт третий, вот этот большой дом, он самый длинный и самый интересный. Вот это вот щиток в первом акте здесь располагался, по-моему, а тут не здесь. Давайте заглянем в этот дом уже наконец-то, чё мы время зря теряем. Теперь дверь заколочена досками, еще и на электронном замке. Фонарик бы взять, не помешало. О, нормально. Да, извините. Ключ-карта от замка находится здесь, но мы ее не возьмем, она заморожена. Впервые этот дом появился в Альфе 3. Там он был очень сильно недоработанный. Но большая часть там, конечно, была сделана, но... Черт. Дом...
дом, конечно, такой себе, блин. Внизу он похож на обычный дом, но... Сверху всякие понастроены, железная дорога, блин. Вообще нормалек, мне нравится. Были всякие истории интересные, где Сара Винчестер, например, строила здоровенный дом с ловушками и так далее. Генри Холмс отель смерти строил. Вот это огромный дом, это все пародия на них. Короче, надо пробраться в подвал. Но здесь надо не просто пробраться в подвал, а еще получить три способности. Умение становиться невидимым, присев. Отталкиваться от соседа, когда он нас поймает. Когда он схватит нас. И также двойной прыжок нам необходим. Без этих способностей мы не сможем пройти подвал. Тут можно включить плиту, но нам это ничего не даст. Абсолютно. Так, вообще, знаете-ка что, давайте нажмем рестарт. Я не хочу ночью тут ходить. Мы это, дневное время суток таким образом сделаем, и тогда будем все видеть хорошо. Давай, грузись уже быстрее, блин. Ну давай, быстрее, быстрее грузись, блин. Во. Теперь это все видно хорошо. Теперь все реально прекрасно видно. Надо было сразу нажать рестарт, а не бегать. Фонарик нам не нужен пока. Не ночь же. Но ночь нам пригодится. Сама ночь пригодится. Это... Заятник вообще. Чтобы пробраться в подвал, получить все способности, нам потребуется несколько серий, как минимум. За эту серию мы точно все не сделаем. Тут очень долго все надо делать. Но я знаю, как... Ну, я, в принципе, знаю, как это все делать. Вот игра, видимо, ориентирована на тех людей, которые никогда не играли в эту игру и все такое. Которые в альфы всякие не играли и так далее. Эти люди будут проходить целыми днями эту игру, думая, разбираясь во всем. Тут очень сложно вам в некоторых вещах разобраться. Это... Тебе не жалко стекла-то разбивать свои. Давай. Надо же как-то попасть к тебе в дом, блин. Так, надо вот эти штучки взять с собой, они нужны сейчас будут. Так, вот сюда прыгаем, тут решетка стоит. Я ее ее можно вот этим рычагом открыть, я это делать пока не буду. Так, нужно прыгнуть вот сюда. Будем проходить ее честным способом. И кидануть в рычаг всю эту хрень. Затем взять магнит, с помощью магнита примагнитить ключ. Бросаем магнит. И закрываем проход, он нам больше не пригодится. Так, закрытые двери, давайте уберем все эти стулья. Магнит нам еще потом пригодится. Здесь есть комната, которая управляет камерами. Если
ее выключить, то на рычаг нажать, то камеры, которые сосед устанавливает, перестанут работать. А ты... Ай! Он пылесос включил там. Я... О! Ну, сосед не сможет пробраться в эту комнату. Так, вот эта вот вещь нам очень сейчас пригодится. В эту комнату пока он попасть никаким образом не сможет. Блин, вот эта дверь, к сожалению, она ведет на балкон, она закрыта пока. Дом очень интересный. Реально. Блин, заметил. Так, это закат. Ну, закат это и более-менее еще. Закат, рассвет. И день. Вот это надо... Более-менее нормальное время суток. А вот ночью как-то темно, некомфортно совсем. Так, давай зонтик. Возьмем в первый элемент. В первую ячейку. Блин, слишком поздно я в шкаф залез. Ладно. Черт с ним. Не хочу ночь. Рассвет. Рассвет меня тоже устраивает. У соседа в первом акте, кстати, помните, надо было багажник ключом открыть. Здесь багажник заперт. И открыть его никак нельзя, ни ключа от багажника вы нигде не найдете. Ну, там ничего внутри нету. Да ё-моё, ну... Как это? Как же пробраться-то туда? Он везде, блин. Чем бы его отвлечь, а? Возьмем какие-нибудь парочку интересных предметов. А, я вспомнил, что еще надо сделать. Вот это надо сделать. О, яблочко даже вылетело. Господи, напугал меня, блин, вообще. Как так можно, а? Пусть теперь туда бежит. Так, ключ этот нам больше не понадобится. Так, дергаем рычаг этот туда-сюда, чтобы все коробки с лифта убрались. Еще раз. Thank you.
Так, и вот первая мини-игра. Всего их три. За каждую мини-игру дается способность. Мини-игра супермаркет. Надо набрать в телегу все продукты, которые есть у других манекенов в телегах. Это огурчики. Опа. Манекены, если нас увидят, они будут гнаться за нами. Надо приседать, чтобы они нас потеряли из виду. Если манекены нас видят, они становятся красными. Но вдруг кто-то не знает этого. Варенье. Варенье, газировку, огурчики взяли. Узнать, видят ли они нас или нет, можно по звукам, которые они издают. Я не буду прямо сразу класть все в телегу, потому что из-за бага они просто могут исчезнуть из телеги, пока мы едем. Всего предметов 5. Жаль, что в инвентарь 4 помещается. Также надо выполнить это задание меньше, чем за 10 минут. Если не получится, мы проиграем. Куда ты? Да... Раз. Блин, положить эти предметы туда. Та проблема-то еще. Так, и еще надо добыть чипсы. Вот они, вот они, вот они. Обожаю чипсы. Оу, выпадет сейчас все из оттуда. Ну, мы проиграли. Один предмет выпал из телеги и засчиталось, что его нет. Придется все, блин, заново играть. Ну, блин, вообще ненавижу эти баги в игре. Хотя, может, это не баги, может, это физика такая. Так, берем чипсы. Берем сок. Берем варенье. Берем что-то еще. Все эти мини-игры, они являются страхами главного героя. Видимо, он боялся в супермаркет ходить, потому что там куча назойливых покупателей было. Вот газировку нам еще надо будет добыть. Блин, ну... Бесит это вот вообще. Куда банка делась? Да ну. Система тут, конечно, хреново реализована вообще.
Она падает там, где я стою, а не в телегу. Ладно, с помощью рикошета попробуем закинуть. Давай. В телегу, да. Окей. Еще надо этот газировку добыть. Блин, опять черный экран. У меня провод отходит. Ну и все. Надеюсь, ничего не выпадет. Отлично, 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 мы прошли это. Первую мини-игру мы прошли, теперь мы можем становиться невидимкой. Также мы получили доступ вот к этой комнате. Кусок торта. Все кусочки торта нам будут нужны. Абсолютно все. Так, во-первых, вышибаем окно. Манекен. Манекен тоже берем, он нам будет нужен. Для кое-чего интересного. Так, залезаем теперь сюда. Надо взять коробку и так кидануть ее, чтобы она сквозь прошла. Я не хотел, чтобы она сквозь прошла. И как? Что теперь делать? О, другое дело. Дай сюда фонарик, он нам нужен будет. Короче, надо расставить предметы так, как показано на картинке. Фонарик мы кладем сюда, подушку сюда, кепку сюда и еще скейт вот сюда. Не хватает одного предмета, это гитары. Если мы поставим все предметы так, как надо, откроется решетка с генератором. Куда ты вылез? Ну, откроется решетка с этим генератором. Он выключает холодильник, чтобы разморозилась ключ-карта. Так, эту решетку надо будет открыть. Там находится глобус, он нам тоже будет нужен. Нужно залезть вот сюда и запустить поезд. Пусть едет. К сожалению, единственное... К сожалению, мы можем выбраться только таким способом отсюда. И тут даже баскетбол он играет. О, молодец какой, а. О, блин, камера включил. А, стоп. Идем домой и положим торт и манекен туда. Надо добыть 4 манекена и 3 куска торта. Куска торта должно быть 4, но один из них лежит уже в комнате. Так, мы можем использовать способность невидимку. Блин, он здесь. Ну какого черта? Так, за той дверью находится мини-игра со школой. Нужно от нее добыть ключ. Зеленый ключ от нее надо добыть. Так,
Так, садимся в поезд. Можно им управлять и едем на ту станцию. Здесь проход лифт, но нужно его открыть. А там сосед ползает сейчас. Так что придется... Так, здесь есть лестница что для прохода на крышу. Там гаечный... Но она на гаечном ключе. Это на винте. Гаечный ключ находится там аж. Нужно с помощью поезда забраться на крышу и уже там забрать этот гаечный ключ. В этой комнате непереносимого хлама много. Бесполезного. В общем, куда нам надо? Нам нужно на тот балкон попасть, но для этого нам нужна ночь. Вот в этом контейнере находится третья мини-игра, где нужно прыгать в кладовке, чтобы получить двойной прыжок. Ну, надо не просто попасть в этот контейнер, нужно еще и раздобыть красный ключ. В общем, интересно все достаточно. Надо... Давайте проникнем сюда. Блин, я забыл, наверное, открыть дверь эту. Ну ладно. Тем не менее. Куда бы нам надо еще попасть? Здесь есть один интересный секрет. Вот эта вот не картина, за ней секрет. Нужно подвинуть вот эту картину, и она откроется. Эта дверь ведет в знакомое нам уже место. Также есть еще комната без стены. Сюда надо глобус поставить будет. Здесь у нас находится код секретный. Чтобы его разглядеть, надо бинокль раздобыть. А тут его и рядом-то нет. Вот он, бинокль. Красный ключ находится здесь. Это ключ от мини-игры кладовка. Чтобы его раздобыть, надо взломать систему. Для этого нам нужно ружье. Так, здесь у нас находится щиток. А тут находится лом. Он нам нужен для того, чтобы отколоть доски от двери в подвал. Но лом очень горячий, и его руками не возьмешь. Надо, придется ждать, пока остынет. Дверь, тут непереносимый хлам, короче. Он где-то здесь. Да, и мы нас сосед видеть не будет. Вот где сосед, только мне непонятно. Неужели в лифте? Ха-ха, застрял сосед. Не знает где. Давайте поможем ему выпустить. Да блин, что ты так привязался? Хочу, смотрю, хочу, нет. Так, короче. Вот там с помощью бинокля надо увидеть код.
2, 3, 6, 9. Набираем. 2, 3, 6. Блин, такая система, я ничего не пойму. Я запутался вообще что-то. Ладно, в следующей серии мы это все сделаем. На этом закончим. Ладно, с вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.